9 июня в преддверии празднования Дня России в актовом зале городской администрации состоялось торжественное собрание актива города. Открытие праздничного торжества началось с прослушивания государственного гимна России. На собрании участие приняли глава города Зайнудин Акмазов, курирующие заместители главы администрации, заместитель председателя собрания депутатов, начальники управлений и отделов городской мэрии. На Союзе живут и работают люди самых различных национальностей, вероисповеданий, убеждений. И все мы с гордостью говорим, мы россияне. В этот день мы все чествуем нашу родину, страну с уникальной историей и богатейшим культурным духовным наследием. У нас немало оснований гордиться нашей страной, верить в ее будущее, сильного, независимого, экономически развитого и социально защищенного государства. Уверен, что сберегая традиции нашего многонационального народа, и возрождая духовные ценности, мы сможем обеспечить нашей Родине достойное будущее, укрепить позиции России в мире как политически стабильного, экономически самостоятельного и социально ответственного государства. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и успеха. С поздравлениями в адрес горожан и присутствующих в зале также выступил заместитель председателя собрания депутатов Мирза Магомедов и председатель Совета ветеранов правоохранительных органов Зайбудин Амаров. От лица городской молодежи выступил студент второго курса филиала Дагестанского государственного университета Багавдин Исаков. Нас объединяет любовь к нашей родине, чувство ответственности за ее судьбу. И в этой сплоченности сила и величие нашей страны. Такие праздники формируют правовое сознание молодежи, прививают патриотические идеи, что необходимо сегодня для нашего государства. А активное участие в них, несомненно, влияет на молодежь, как на будущих государственных деятелей. Нужно сказать, что несмотря на сложные социально-экономические условия, патриотизм является базовой ценностью воспитания молодежи. Будущее России зависит от каждого из нас. В наших руках достояние государства, его позиции на мировой арене. Хасавюртовцы вносят огромный вклад в общее дело, реализовывают инвестиционные проекты, развивают социальную сферу. Спортсмены прославляют республику за рубежом, формируя имидж города. Мы – молодое поколение, будущее нашего города, его самое ценное богатство – трудовой, интеллектуальный и творческий потенциал. Далее в честь праздника почетными грамотами городской администрации за добросовестное и образцовое исполнение своих обязанностей были отмечены представители городских организаций и ведомств, а также руководители и специалисты муниципальных учреждений. Кроме того, в рамках собрания была проведена церемония награждения сотрудников органов внутренних дел по итогам профессионального конкурса «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних города Хасавюрт». В завершении собрания во дворе администрации был проведен массовый флешмоб по раскрытию 10-метрового флага России, в котором приняли участие все служащие городской мэрии. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».